Ну, потеряли, я считаю, 2 очка. Вот, в принципе, всю игру владели преимуществом. Создавали моменты, к сожалению, не удалось забить. Поэтому немножечко разочарованы. Было мнение вот по последним 2 матчам, что сборная России во втором тайме как бы медленнее играет, немножко похуже. Сейчас получилось наоборот, наверное, да? Ну, сегодня получилось наоборот, да. Нам первый тайм немножко трудно давался. Первые 15-20 минут нужно было входить в игру. Считаю, что это очень долго. Вот. А во втором тайме, в принципе, убыстрили игру и стали еще больше создавать моментов. Но в плане физики, я думаю, нормально абсолютно. Какое отличие между гостевым матчем с Венгрией и сегодняшним? Болельщики, конечно же. Болельщики гнали нас вперед. Факторы домашней игры, конечно, влияют очень сильно. Вот предстоят 2 матча гостевых. Как думаешь, есть шанс там взять 6 очков? Ну, мы выиграли Венгрию на выезде. Поэтому шансы есть всегда, конечно же. 2 домашних сыграли ничью, а на выезде выиграли. Поэтому сейчас давайте не будем загадывать. Когда настанет время, тогда уже будем об этом говорить.